С вами Инна Стан и в эфире программа News Time. Прямо сейчас о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. Сергей Шнуров стал рыбаком. Певец опубликовал в социальных сетях фото, где держит в руках леща. По традиции музыкант посвятил стихотворение пойманному трофею. News Time. Мила Йовович станет мамой. Радостной новостью актриса поделилась в Инстаграме. Напоминаем, что модель уже воспитывает двух дочерей. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В Москве наконец выглянуло солнце. Вино или там и визит знойной певицы, кто знает. Но сама Дженнифер Лопес обещает, будет горячее, чем в Пуэрто-Рико. Она говорит «It's my party», и этим все сказано. В честь своего 50-летия неотразимая Джей Ло решила провести вечеринки по всему миру, одна из которых прошла в Москве. How you feeling, Moscow? Oh, look how beautiful you are. И никто подумать даже не мог, что певица уже 50. За годы карьеры Дженнифер Лопес выпустила 8 студийных альбомов, снялась в более чем 30 фильмах и успела стать мамой двух детей. Однако, несмотря на это, певица даст фору многим молодым звездам. Как вы думаете, почему она так потрясающе выглядит в свои 50? Усердный труд. Определенно усердный труд. Она каждый день проводит в зале и много работает. Я думаю, именно то, что одевает Дженнифер Лопес, это про нее, это ее. Она сама себя создает, поэтому это человек-бренд. Поэтому, что бы она ни надела, это будет круто. Я думаю, что все латиноамериканцы выглядят круто. Это в нашей крови быть лучезарными. А она знает, как наслаждаться жизнью. Ну а после двух гастрольных месяцев у Джей Ло наступит медовый. Певица приняла предложение руки и сердца от спортсмена Алекса Родригеса, с которым встречается уже более 2 лет. Когда Алекс приходит на твое шоу, он наслаждается пением и танцами. А вот ты на его бейсбольном матче просто смотришь, как он где-то вдалеке? Нет-нет, я надеваю маленький наушник и слушаю, как он общается с командой. О, ребят, да вы реально влюблены друг в друга. Вместе с певицей путешествует и ее дочь от предыдущего брака с Марком Энтони. С 11-летней Эммой Мэрибелл Джей Ло исполнила одну из своих песен. Та самая Дженни с соседнего двора собрала 33 тысячи гостей на свой концерт. 2 часа латиноамериканские страсти не утихали. Хочется пожелать Дженнифер праздновать дни рождения чаще. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели программу News Time. С вами была Инна Стан. Пока-пока. News Time.